американская артистка балета Стефани Шафер. Стефания Шафер лишилась обеих ног после взрыва на катере во время отдыха на Багамах. 22-летняя девушка остается в больнице в критическом состоянии, сообщает NBC Chicago. Инцидент произошел в субботу, 30 июня. Как отмечает телеканал, на борту судна находилось 12 человек, 10 американцев и 2 багамца, члены экипажа. Внезапно на катере прогремел взрыв, из-за него одна гражданка США погибла, 9 человек получили ранения, а у Шафер диагностировали внутренние травмы и множественные переломы костей, ноги пришлось ампутировать. Девушка еще не приходила в сознание, врачи погрузили ее в медикаментозную кому. Собака Латещо Менс. 2 июля 2018 года, 20:52, родственники танцовщицы отмечают, что кроме балета, она также любила футбол. На Багамах она была с матерью, отчимом и сестрой. Береговая охрана США перевезла 4 человек в Сент-Питерсберг, штат Флорида. 6 отправились в столицу Багамских островов на САУ. Причины взрыва пока установить не удалось. Полицейские, пожарные и сотрудники гражданских авиационных ведомств выясняют обстоятельства случившегося. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента Дня. Подписывайся.